Слушай, сейчас чуть попозже приедет Егор Крид. Да, но главный подарок – это Егор Крид. Кто? Егор Крид. Очень популярный певец из Black Star. Black Star? Да. Это такой город. К вашим услугам спа-салон и один из лучших ресторанов Москвы – Виктор. Это не у него звезду Мишлен отобрали недавно? Да, у него. Надо отказываться от этого Егора Крида. А может быть, вы вместо Павлиашвили подарите выступление Егора Крида? Все-таки любимый певец невесты. Молодежи понравится. А что ж, мама, это же Егор Крид! Здравствуйте. Баревзес, вонсек. Я просто с армянами раз знаю пару слов. Вообще-то она грузинка. Вы грузины, вы зовите своего сосо. Это же логично. Можно подумать, что Егор Крид армянин, да? Ну, почти. Ага, ты признал, что вы хитрый. Не, да? Я не признал, а вы не хитрый. Хитрый. Вы не хитрый. Это мы. Слушай, я подумал, может быть, от одного человека это слишком роскошный подарок. Давай вместе подарим. Ну? Где ты? Какие сейчас интересы? Каждое утро работы и стресса. Новое утро, чашка эспрессо. Серьезно? Да. Правильно. Минимум 20, максимум 30 раз в сутки.